Сегодня 17 июля 2015 года. Мы находимся с детским персоналом лагеря Стана, начальником лагеря. Так, дайте вперед мне пройти. Пропустите! Вперед пропустите! Камера, я Володю вперед! Второй я иду! Это идут мальчики! Да. Так, ну иди, иди давай! Иди, верно! Первый мальчик идет! Прорвал первую оборону. Прорвал. Эти прорвал. Вот теперь он сюда поплывет. Я сейчас маленько дам назад ему. Он обратно плыли сюда. Хорошо. Проплыл. Проплыл. Вот надо же как. Ну легкой силы. Надо молодец. Потому что они. Вот здесь молодец. Он зацепил. Вот пошел вдоль искать, где она поглубже. Видели? Нашел. Видал? Нашел, где поглубже. Пропусти. А мы плавать умеем. А мы плавать умеем, да? А там не глубоко. А он... Ну-ка, давай. Вон! Кому-то поднимать, даже поднимать скорее за веревочку там. Не давай ему ходить. Ваня, ну что тормозишь? Ничего не сообразил, Ваня. Ну веревочка-то внизу была, вон за тут только потянуть. Ваня, это 4 класса еще кончили. Он оплыл. 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 Понятно. Ваня, рот разинул. Ну натянуть надо было ему. Я сам натягиваю. Что тянуть? Еще не знаешь, да? Бегите сюда! Какой-то растет. Как же мне идти, мальчиком? Это с мальчиком. Потянуть вот так вот, чтобы посмотреть, как он играется или нет. А, смотрите, я никогда не думал, Ваня, что ты такой неразвитый. Сейчас самый простой, стоит глазами и хлопает. А то, что болтать везде. Сейчас я натяну. Посмотреть, как он будет. Ну зачем высоко тут поднял? Ты совсем балбешка. На уровне держи воды. Угу. Ну высоко поднял, так он под нее и пройдет. Интересно, какие это как болвашки. Я хотел... Ну понятно, что он на нее надавит. Но если ты поднял высоко, что он будет давить? О, поднимай. Поднимай, Паша. Ну, там маленько, подними маленько, чуть повыше. Вот так вот, смотри, как он пойдет. Даже не задержался. Все, пора держи. Пойдет. Нет, не пройдет. Не пройдет. Лепи. Есть. Оу, девонька, трогай. Айда. Пошли давай. Куда? Пошли давай. Я тоже не кидаю. Так.
давай сюда. Идем так. Хорошо. Ну, рядом. Какой мокрый. Так, подожди. Подожди. Тихо. У меня. Господом заложено. Палка это. Подожди. На. Тихо. Вперед. Сай, чтобы он здесь спрыгнул. Никита, отсюда, туда бросай. Добрый день. Ураган очень старый, а я не молодой, и поэтому мало. Все, пошли.
пятом. Вот, мы будем купаться. Пошли давай, Настя. Одни, чтобы ребятишки на нашем пирсе, а постарше был, смотреть за ними. Ни под каким видом нельзя нырять, там внутри пеньки. Это голова сразу позвонки отлетят. Постепенно там направо лесенка и налево. По лесенке спускайтесь и плавайте. Иначе парализованы будете. А пирс нам принадлежит, мы за него отвечаем. Все, мы уходим.